Насекомые. Here's a little tune. Oh, it's beautiful. Thanks. Working title, I love you so much I can't eat my sprouts. That's heavenly. Are you listening to me? Oh, see what you mean. Midsummer Night. When I was a child, I thought the Fireflies put on this show just for me. I always thought I had spots before me eyes. Flynn, you've no poetry in your soul. You're such a philistine. Yeah. Перестань дуться, болван. Я тебя разыграла. Твоя песня тоже чудесная. Поэтому я назову ее «Песня о Эльге». Очень остроумно. Благодаря моему фотонному люминоинтенсификатору мы сможем видеть ночью, как при свете дня ваша близорука. А, так включайте этот ваш люминоинтенсификатор, как его там, а? Интенсификатор, ваше невежество. А. Внимание, включай! А, это называется при свете дня. Поздравляю технократов. Ну, ваше чё, где я и сам не понимаю. Верните отвечение немедленно! Учуйся в делах, свет не погас. Что вы сказали, Крабчик? Смотрите. Что это значит? Не знаю, ваша мудрость. Вы никогда ничего не знаете. Пойдите, узнаете, в чем дело, и раздобудьте у них такую лампу. Будет сделано, ваша злобность. Будет сделано. Да, Патибус, светляк тоже скоро начнет. Он долго упражнялся. Здорово, наверное, будет. Ой. Ну вот и наш светляк. Ой, что случилось? Не волнуйся, Патибус, он появится. Тут что-то не так, светляк никогда не опаздывал выступать. Ты прав, что-то случилось. Вот над болотом, смотри, наш светляк. Опять эти дерки что-то затеяли. Наверное, нам понадобится помощь. Кажется, резиновая трубка лопнула. Это мое терпение лопнет, если вы немедленно не почините вашу дрянь. Но это не просто ваша спешность. Я почти ничего не вижу, если только... Одного поймали, ваша злобность. Смотрите, технокрал, какой ни на есть ответ. Мне интересно. Хотел бы я узнать, как это действует. А пока мне пришла одна мысль. Надеюсь, она светлая. Направьте его сюда. Сюда. Чуть левее, так. Прекрасно. Сейчас. Готово. Пойду рассмотрю его в лаборатории. Хорошо. И хватит терять время, Крабчик. Кабаш, по местам. Ага. Что увидим, то увидим.
Что это такое? Сюда! Ко мне! Нет! Скорее! Я здесь, шеф! Там на болоте тысячи огней нас атакуют! Ты что-нибудь видел, Кабош, а? Нет. А, исчезли! Но не приснилась жена? Этот источник природной энергии удивителен. И если мне удастся понять его принцип, может, я смогу воспроизвести его искусственно. Уверяю вас, ваше наваждение тьма, хоть глаз выколи. Пойдемте, как душа вашей мрачности. Хватит! Что мы видели, что видели! Идите на свой пост! Наваждение! Мы не сумасшедшие! Ладно. Эй! Чудовище! На помощь! Шеф! Свет меня подери, атакую! Тревога! Тревога! Погодите, сочернить уничтожить! Эй, не убейте, проклятые колдунщики! Вредители! Скорее, надо найти нашего светляка, пока еще не поздно! Посмотри-ка, букаш. Фу, какая гадость! Это мне напомнило свет, который мама зажигала нам ночью в наказание за плохое поведение. И не говори, до сих пор страшно. Спать при свете. От одной только мысли у меня мороз по коже. Смотри-ка, они как будто приближаются. Караул! Мама! Мама! Надо разбиться на две группы. С одной иду я, с другой ты. Хорошо, я пойду туда. Ну-ка, ну-ка, сейчас я тебя разрежу здесь, а потом вот здесь. Да ты не бойся, ты ничего не почувствуешь. Расслабься, сейчас я тебя разрежу. Что там за шумища? Что это? Ну-ну-ну-ну, кто вам позволил? Светля! Василий! Аэля! Как я рада тебя видеть! Я скучал по тебе, вот поэтому я... Мой бедный Василий, ты опять хотел удрать? Так оставайся наконец у нас насовсем! Ты же знаешь, что это не так просто! Да! Но ты зачем здесь? Вот именно, нельзя терять ни минуты. Пошли, потом объясним. О, как прекрасно! Мрак возьми, никак не расшевелить эту штуку. Ладно, ну-ка. Среднее средство, в конце концов, это просто машина. Но ты подумай, не спру ни ну. Креатор сделан из слова моего изобретения, поэтому ему ничего не страшно. Может быть, но зато вам кое-что страшно. Берите машине, отпустите светляка. Иначе... Нет, только не это! Нет, не надо цветов. Пощадите. Освободите его. Да, светляк уходит. Только найдем Аэлью. Оставляю его вам, но не возите здесь долго. Нет, не надо. Пощады. Ой! Отнимите! Прекратите немедленно! Светляк,
спокойно, ваше обалдение. Может, нас всех просто какой-то фокусник заморочил. Нас никто не может заморочить. Мы уверены, что видели эти... Что видели, то и видели. Сами посмотрите, ваше не заморол, поморол. Да, вроде все спокойно. Ничего нет. Верские огоньки исчезли. Браво, Светляк! Великолепно! Нам пора уходить. Нас ждут на праздники. Скорей! Можно мне с вами? Конечно! Путь! Слышу, а что это такое? Что именно? Свет, вон там! Ага, кажется, я знаю, что это. Выше! Вы не слепой! Еще выше, ваша незрячесть, на самом верху, там вроде как свет. Не знаю, что это. Ха-ха! Мы отомщу! Режиссеры Ренато и Жорж Лакруа. Сценарий Марко Перье. Композитор Жак Давидовичи. Художники и мультипликаторы Кристиан Оффман и Ив Видал. Производство Фантом Анимасьон совместно с Эллипс Программ и Франс Труа Медиа Лаб при участии Канал Плюс и Национального центра кинематографии. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Селена Интернешнл» по заказу общественного российского телевидения.